Привет, вы на канале Лава Туча. Привет, привет, друзья! Сегодня вы увидите продолжение спа-салона. Что там? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вот я пришел к вам на прием. Посмотрите, что со мной сделали ваши коллеги. У меня были великолепные локоны. Роскошные, красивые, розовые, длинные волосы. А ваши коллеги сделали меня вот таким. Нет волос теперь. Вы сможете мне помочь? Будете меня осматривать? Хорошо. Доктор начал прием, осматривает пациента. Что же произошло? Почему же у пациента нашего исчезли волосы? Надо послушать, проверить нервы, проверить горлышко. Послушал, доктор? Давайте дальше осмотр сделаем. Градусник поставим, измерим температуру. Вы думаете, это поможет мне? Вы думаете, проблема в температуре? Да, как же, температуру надо мерить всегда. Ну как моя какая? Температура, да? 37. Немножко повышено. Давайте проверим нервы. Ой, ой, ничего себе. Зашкаливает. Нервов нет вообще. Нога дергается. С такими-то косметологами, какие нервы. Горло как? Во рту-то волосы не растут еще. Нормально? Нормальное горло? Да. Так, ну теперь мы будем лечить, да, доктор? Мы что сделаем? Поставим укол. Ставь укол. Куда вы хотите укол мне поставить? Укол куда хотите поставить мне, доктор? Скажите. Вот сюда это куда? В руку, что ли? То есть у меня будут волосатые руки? Нет. Нет? Точно поможет? Больше не будете никуда укол ставить? Ну ладно. Поставила уже укол? Еще и в голову. Все, сейчас точно должно помочь. Доктор, что вы хотите мне, витаминку дать? Спасибо. Это волшебная пилюля. Поможет мне? 100% поможет. Какая вкусная витаминка. Ну, а теперь нанесем волшебное средство на голову. Наносим волшебное средство на голову. Может быть, нам это поможет? Волосы вырастут красивые, шелковистые. Размазывай правильно. Вот так вот. Посмотрите, друзья. Волшебное средство от лысины. Ух ты. Сейчас, наверное, минут 5 подождем, да? Да. Втираем очень хорошо, массируем голову, размазываем очень тщательно. Доктор наш старается, втирает. Доктор, вы моя последняя надежда. Я чую, до бровей зарасту. К бровям уж слишком близко вы мажете. Зато представьте, какой вы будете волосатый. Как и раньше. Красивые, длинные, да нет, розовые у меня волосы. Не было. Ну все замечательно у вас, доктор, получается. Посмотрите, какая вы красивая. У вас рука очень шикарная. Голова вся измазана. Что, ничего не помогает мне. Что же делать, доктор? Что будем делать? Брови-то хоть не отпали? Нет, вроде бы на месте. На месте. Наверное, надо еще укол поставить. Ставим укол. А куда укол-то будем ставить? В попу. В попу? Интересные у вас методы. Попа, надеюсь, волосатой не будет? Нет. Ощущение, что мне в почку его поставили. Смотрим ушки. Ушки?
Ушки-то волосатые, да? Нет. Все нормально с ушками? Да. Ну, давайте еще что-нибудь предпримем. Последнее уже мера. Суперсредство какое-то. Суперсредство. Ой, какое-то суперсредство доктор принес. Давай побрызгаем на головку и посмотрим, вырастут у нас волосы или нет. Не могу начать. Давайте, товарищ доктор, я вам помогу. Как называется средство? Средство называется вот как. Лес. Лес? То есть лес на голове у меня вырастет, да? Размазывайте. Размазывайте, доктор. Да, размазывай. Лес на голове сейчас. Я надеюсь, вырастет. Это не от комаров средство. С каким-то названием. Это средство для волос, для роста волос. Доктор же знает, что делает. Волосы не выросли, да. Поэтому прилетела фея. Даже травки не растет никакой. Прилетела фея и наколдовала. Трах тебе дох, фея сказала. Волосы появитесь. Что это? Волосы появились? Ура! Ура! Что, маленько другого цвета? Дайте посмотреть скорее. О, какая красота! Мальвин. Мальвин. Были розовые кучерявые, а сейчас кудри и голубые. Давайте еще попробуем. Может быть, лучше что-нибудь сделаем? Где же твоя палочка, фея? Бери, колдуй. Трах тебе дох, волосы измените. Что это? Ой, другие волосы. Ну-ка, скорее посмотреть. Ах, какая красота. Это то, что надо, доктор. Спасибо вам большое. Фея у нас в шоке. А папа-то в каком шоке? И мама в шоке. Папа у нас теперь в клоуны пошел. Будешь теперь клоуном подрабатывать? Нет, я тусить пойду на дискотеку. Ну вот, друзья, все, что мы вам показали, это было продолжение салона красоты. Спа-салона. Пока, друзья! Всем пока!